Если вы, родные, находитесь в сознании на низкой частоте, а это, ну, к сожалению, не то, что к сожалению, но это просто план, да, так оно есть, большинство сейчас так и находится. И это не потому, что кто-то плохой, потому что это, ну, просто это так. То здесь, вот в низком, да, сознании, там дают то, что вам дается, те же деньги, например. Кем это дается? Низко вибрационными сущностями. Вот поэтому происходит такой хаос из-за денег и непонимание вообще, что это такое на Земле. Абсолютное непонимание, абсолютное неосознание, что это такое, потому что настолько на низких частотах запрятана от сознания суть, которую мы называем, там кто-то называет истиной, но это суть, да? Настолько она запрятана, что, ну, люди, к сожалению, ну, теряются. И очень много у меня и вопросов по этому поводу, да. Вот недавно был вопрос, писали на почту, девушка спрашивала, говорила, как же так, вот Камалая, например, вот, что даются знания, да, даются знания высшими силами, передаются, ну, какие-то любые знания духовные. Разве можно духовное знание там, чтобы за них платить деньги? Да? Как же так? А вы что? Вы что ли платили деньги за то, что вы знаете? А вы просто, еще у меня были вопросы, вы просто обязаны, Камалая, раз вы до этого дошли, вы просто обязаны идти и это раздавать в люди, в народ. Те, кто, ну, уже как бы сознание, которые поднялись, у них таких вопросов нет. Потому что, еще раз вам говорю, во-первых, никто никому не обязан, тем более те, кто дошли до изначальной клетки. Это абсолютное освобождение. Вы понимаете, вы абсолютно освободитесь от всего. Вы станете свободны даже от всех вообще учителей. Вам не нужен будет никто. Да, никто. Потому что самое главное, вот, кстати, в 2018 году самое важное, что со мной произошло, это встреча с нашим с вами изначальным отцом. Когда сознание доходит, когда вы готовы целиком, когда вы проходите все эти этапы с полной самоотдачей, полностью, и когда вы доходите до Отца, Небесного Отца. И это, вот это действительно, никакие не сказки, не иллюзии. То, что передавалось многими, многими великими учителями, это истина, я абсолютно точно это знаю. И вот тогда все учителя земные, все для вас это просто, ну, они просто становятся вашими партнерами, друзьями, да, просто становятся, ну, вот, вы просто, ну, просто любите друг друга, идете вместе созвучно, да, воплощая, являя этот план. Но прежде чем туда дойти, безусловно, я прошла очень многое. И если спрашивать меня, Камалая, вы что платили за это деньги? Вы даже не представляете, какие огромные деньги я за это отдала. Потому что и у меня никогда не возникало вопросов. Вот скажите, пожалуйста, сейчас очень много различных курсов, тренингов по бизнес-системе. Или как научиться рисовать, как научиться вышивать. Почему у людей не возникает вопрос, почему это платно? А когда мастер, да, проводят через себя частоты, когда это, когда вы учитесь тому, чтобы как управлять сознанием. Сознанием — это единственное, чем нужно управлять, своим сознанием. Выйти, просто выйти из пирамиды сознания и сверху управлять в любви, понимаете, в союзе любви, взаимодействии. У меня даже вопросов таких не возникало. А напротив, мне, моему мастеру, хотелось, и я отдавала все. Понимаете, я еще, у меня деньги появлялись, я еще вела людей, еще отдавала за них деньги. У меня никогда не возникало таких вопросов, потому что я прекрасно понимаю, что, во-первых, это обмен энергии. Понимаете, никто никому ничем не обязан. Это я вам абсолютно точно говорю. Все, кто дошли до своего изначального «я», я просто
ну, пока, я в марте постараюсь не сегодня это долго рассказывать, вот этот процесс, что в этот момент происходит с тонкими телами, с ментальным телом, что такое воскрешение, да, что такое вознесение тела и так далее. Человек больше никому ничего не должен. Он просто даже может свободно сказать, просто, любимая семья, забирайте меня отсюда, хватит, все. Понимаете, а может выбрать, продолжать здесь идти. Я выбрал, у меня мой выбор. И я расскажу вам историю, это невероятная история, как тоже я к этому выбору. Я не сразу так решила, что я остаюсь и все здесь. Понимаете? Тоже был процесс определенный. И не то, что я говорю не о смерти, я говорю о физическом, что физически можно отсюда, понимаете, физически, просто физически, и это не сказки какие-то, это абсолютно, я вам говорю, точно. И вопрос в том, что когда доходит до этого сознания и понимает, что на самом деле происходит на этой планете, что на самом деле происходит кругом, очень сложно здесь находиться и очень сложно здесь адаптироваться. Поэтому я для себя выбрала являть во что бы то ни стало, находясь здесь, изначальный план Творца, его план, понимаете? Просто отдать свое тело и говорить, иди, иди, твори, да, действуй, действуй через меня. Я люблю тебя, доверяю тебе целиком. И таким образом, как бы вот Академия Центр Света, где у нас сейчас раскрылись мастера, очень мощные мастера, мы будем их с вами знакомить, которые также дошли в своем сознании до момента, когда они также могут переносить сознание людей, понимаете? Это вообще волшебство. Конечно, это сделала не я, это сделали высшие силы, понимаете? Только они на это способны, только они. Я лишь была их проводником, и теперь другие мастера будут проводниками. И если... просто знания. Да, мы их даем, пожалуйста, открыто, щедро. Вот там у нас канал Сфинкса, да. Мы передаем на канале, мы делаем посты. Мы и дальше будем это передавать и делать с удовольствием. Но практика, сама практика, сами посвящения от слова «освещение клеток» — это только закрытые встречи. Почему, любимые? Ну, давайте вспомним с вами, что деньги дают существа. Вы думаете, что вы ходите на работу, вам их дают. Да? Это просто ваш сценарий, который вы прописали, и вы его проигрываете, 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 пока не устанете проигрывать. Понимаете? Это точка, это контракт, не придет эта координата времени. И теперь мы смотрим дальше. Идет сама практика, сам процесс. Вот меня сейчас отвлекают, говорят, чтобы я вообще даже не переживала за эту тему, но я все равно хочу договорить. Любимые, родные, пожалуйста, финансы, деньги, любые — это энергия. Это энергия. И если любой из вас просто выразит намерение, без всяких оценок, без всяких осуждений, поймите, мнение, осуждение, оценки — это яд, и вы травите только себя. Вы не можете этим отравить кого-то, вы себя, свое пространство. Даже то светлое, которое есть в вашем пространстве, вы его просто отравляете. Понимаете, неосознанно. А сущности, которые действуют через вас, они действуют осознанно. Абсолютно осознанно. Понимаете? Перестаньте осуждать, перестаньте что-либо оценивать, перестаньте оставлять за собой мусор, потому что вас все равно вернут назад, чтобы вы убрали за собой этот мусор. И зачем вам это надо? Подумайте, подумайте просто о себе. Подумайте, когда вы уже устанете страдать. Просто вам достаточно выразить просто намерение, поверьте. Те мощи, те сверхсущества, сверхчастоты, да, которых можно назвать действительно, хотя все есть Бог, Божества, да, они дают деньги, понимаете? И они принесут вам столько, сколько вам понадобится, если, когда вы идете к ним на пути,
к ним. Поверьте, я это пережила сама на себе. Просто у меня как бы это, ну вот так вот, у меня всегда была вера, потому что мне много лет, 10 лет, мне просто постоянно являли вот так вот передо мной. Я видела вот как себя в отражении, только вот так вот я видела сверхсуществ, да, меня готовили, я не могу не верить. И я уже 10 лет на прямой связи с богами, с божествами, да, 10 лет. Уже больше получается, еще этот год прошел, 11 лет, понимаете? Поэтому как бы у меня такая вера, что она непоколебимая. Но я понимаю, как тяжело тем, которые, ну, просто очень долго в сознании находились вот в этом низкочастотном. Но поверьте, что просто нету, вот нас просто нету, есть только существа, и это они все делают. Просто намерение. Я знаю своей ситуации, когда я проходила этот путь, я знаю, сколько людей приходило ни с чем. Понимаете? И они всегда так действуют, что вы даже не поймете. Вы будете думать, ожидать вот здесь, например, финансы, а вам придут с другой стороны и так далее. Поэтому не нужно путать и не нужно разделять, когда мне говорят, там, о, ты говоришь о духе, а тут же вы в Академии Центра Света, вы и деньги берете за практики. Да почему же вы разделяете? Не нужно делить, хватит уже играть в эти игры. Поймите, поймите, мы не играем в эти игры. Более того, я вам скажу, одно дело, когда эти деньги, да, ресурсы, вот как я опять сказала, множество компаний, которые там делают различные курсы, и они эти финансы там покупают себе машины, квартиры, еще что-то, понимаете? Здесь же все финансы идут на развитие плана. Почему? Потому что когда мы говорим о каких-то серьезных практиках, это энергия, которую вы передаете, да? По сути, вот представьте, вы там не доработали какие-то кармические моменты, которые вы там, ну, много чего было в жизни, правильно? Вы просто собираете эту энергию, понимаете, вот эта энергия, и она конвертируется, потому что с вами работают, еще раз повторюсь, высшие силы. А деньги, которые идут, да, ну, как вот, как просто энергия, как, ну, вот как быстро, ускоренно просто вот эти деньги, ими, по сути, даже пользоваться, вот просто лучше и не надо. Я это просто абсолютно точно видела и знаю, что с этим происходит. Поэтому эти деньги, они идут на развитие проекта, на развитие платформы, на развитие Академии Центра Света. Невероятно многое необходимо сделать. Конечно, у нас есть разная поддержка, но так или иначе, когда мы собираемся вместе и когда вы осознаете, что по сути вы просто разворачиваете проект, который несет невероятную пользу людям, понимаете? То же самое, что мы собираемся просто вместе, его разворачиваем. Все посвященные — это уже носители другого сознания. Они не могут уже жить так, понимаете, как жили до этого. Просто в коллективном сознании, даже там работа та же, ну, уже сложно, потому что уже другие частоты, это постоянное выравнивание, это другое общество, абсолютно другое, это здоровое общество, здоровое и поистине образованное, потому что все посвящения — это химия, это биология, это физика, это образование уже от сверхцивилизации, понимаете? И, ну, конечно, это все кратко, это не уроки, это посвящение, это практика. И когда мы собираемся, вот мы собрались, да, сейчас вместе, мы уже знаем, что все, у нас есть платформа, где мы объединяемся, у нас есть множество задач по построению города света, по платформе, по различным моментам развития, где каждый может найти себя. А многие уходят в творчество, просто в творчество. А раньше, например, люди, кто творят, да, знаете, что там, ну, кто-то рисует картины, и так получается, что они не востребованы на рынке. Но когда мы идем одним огромным кораблем, да, одним большим могущественным кораблем, где уже платформа эти вопросы решает, да,
Я буду много о ней говорить сейчас очень кратко. Да, идет поддержка. Поддержка каждого максимальная. Мы никого не оставляем, напротив, мы усиливаемся, потому что, представьте, в каждого входит свет, и когда мы вместе, это одно огромное солнце. Это и есть здоровое общество, которое все ищут. Но настолько все потерялись, кто-то с правительством воюет, кто-то на него что-то наговаривает, еще моменты там строит. От одной религии переходит к другой и так далее. Нет, в новом времени только полное взаимодействие и партнерство с высшими существами, понимаете, с божествами, партнерство и крепкая связь, все, только с ними во взаимодействии, понимаете, взаимодействие с духом, взаимодействие, понимаете, и здесь деньги, как вы их, ну просто, ну такими различными просто красками, это просто энергия. Энергия, которая в данном моменте, она необходима для развития. Но почему-то, ну что, вы будете там, допустим, там 3-4 месяца нас учить, это еще и за деньги? Вы еще делаете продукцию после Академии Центра Света, вот кто-то у нас браслеты, кто-то картина, различные, там, высоковибрационные духи, масла. Ах, вы еще и за деньги это продаете. Ах, и город света строит, там еще тоже нужны деньги. Вы понимаете, ну это смешно выглядит. Но вы поймите, вы просто разделяете один мир от другого. Не нужно разделять. Нужно просто идти и действовать. И самое главное, верить с верой, понимаете, с верой взаимодействия с высшими существами. По сути, я вам скажу так, договоренности такие, что деньги – это фильтр. Вот когда у нас какой-то курс назначается, мы цену запрашиваем только исключительно по договоренности, только исключительно. И если так происходит, что очень много, к нам в прошлый раз пришло очень много тех, у кого вообще не было ни рубля, но они выразили намерение, и все попали, мы никому не отказали. И все, понимаете, кто все, кто пришли, все. Абсолютно точно те, кто должен был прийти. Понимаете, фильтр, который проходит, если вы начинаете говорить, ну да, точно, ну раз тут деньги или что, мне же обязано все бесплатно, да нельзя это давать бесплатно, понимаете? Вам просто достаточно выразить намерение, поверьте, у вас самых-самых невероятных мест вам принесут просто, ну, когда, как по вере будет дано. Почему так? Потому что если мы в открытую будем поднимать сознание всем, понимаете, то это не просто карма, это вообще, поймите, что высшие силы ни на кого не воздействуют. И есть те, кто хотят вернуться в изначальный дом, да, и развернуть проекцию рая. А есть те, кто говорят, слушайте, я в этом раю набылся вот так. Я сюда спустился, чтобы поиграть. Я хочу еще поубивать, я еще хочу там пострадать, я хочу еще там чего-то, там поиграть, я не наигрался, там кто-то власти хочет, кто-то еще чего-то, понимаете? Ну хорошо, мы ни на кого не воздействуем, абсолютно точно. Отдавать такие знания, ну это просто абсолютно точно, я вам говорю, я знаю множество мастеров в Америке, в Англии, да, которые также занимаются, да, сознанием, переноса, замещения сознания, абсолютно точно этого делать нельзя, потому что таким образом идет воздействие. И у нас вот первый раз, да, вот пришли ребята у нас, вот первое посвящение, курс, те, кто у нас прошел это посвящение. Все, они прошли, каждый прошел свой путь, у каждого свой сейчас уровень сознания, свою спираль, каждый то, что прошел, тот он прошел. Тем более, когда вы поймете, на самом деле осознаете, точнее, да, что это такое, вы поймете, что это ни с какими деньгами, абсолютно ни с какими не сравнимо. Просто любите себя, ни в чем себя не вините и чужих.
кого бы вы, где бы вы ни были, на каких бы порталах, на каких бы каналах, на каких бы вебинарах, где бы вы ни находились, никогда никого не осуждайте. Это просто игры, старые решетки сознания. Просто станьте наблюдателем, и все. Я безмерно вас люблю. Все, тогда я вас всех обнимаю. До скорых встреч. Все, всего самого вам доброго.